О, давай, кто кого передамажит на ГП. Все, все, весь рейд тут, из чего можно пулять, бить, наверное. Танки, вперед, в атаку. Бля, как сегодня с целка нахуй треньку сролил ДК, блядь, пиздец. На это, с 40. А, Может, видно сгонять было. череп? Ну А да, где танки череп. там? Где танки? Почему кот танчит? Что, блядь? Чую хуй. Ты мне, блядь, сегодня с Грува Гера отдашь сам? Или опять будешь ретриком на тест давать? Отдам. Какие ретрики? Ты с ума сошел? На РП не идет. А че же ты тогда, блядь, Шансунгу ретрику отдал? Да ты с ума сошел? Сведите, сведите мобов в полном. Ты кому-то обкурился, такого не было никогда. Ватные запасы РП ретрику не идут. Ну он же отдал тогда. А мне Шансунг их не отдал. Вот покажи мне Шансунг, я посмотрю на него, а сам его охуяю. Такой, слушай, ну что ты мне кажется, что ты пиздишь? Окей, потом, когда он появится, он байм. Балтер у него в ретрике. Посмотришь. А, он даже онлайн, ебать. Давай мы напишем, нахуй. Линка не запы, да? Сколько у нас хилов, ты говоришь? Пять. Я вижу как минимум шесть. ДЦ там прям еще. Нет, кто шестой, кто шестой? ДЦ это вагон вообще. ДЦ, который быстрое исцеление кастует. Нет. Нет, блядь. Хули нет. Чё, доебаться хоть? Да. Чекаем гичат. Напоминаем Войду. Что ты хочешь напомнить? Как ты отдал запы ему? Да они... иди в жопу. Да я. А я хожу с 245-ми. Скажи, сука, еще побазаришь, я тебе ничего не отдам. Да я. Бубнить сидеть. Все, я поменял. Сейчас спекнется. Танк, кто у нас? А кто у нас танк? М? Ну, а Никсю, кто будет танчить? Кому фирворд кинуть, блядь? А танк у нас... Раз, два... Два танка, невероятно. Три танка. Три многовато будет. Нормально, у них спеков нет. А у них спеков нет. Мне ж пришлось кота шмот одевать, блядь. Зачарим. Алиса, у тебя есть ДД-спек вообще без шмоток? Нет. Просто ДД-спек. Нету? Давайте уже пулять, что ли. Да пусть Алиса будет на танке, а остальные трэш собирать. Алис, разве не АДК? Нет. У нее танк АДК. Костяной щит на ней. Она, блядь, трэш одним взрывом заберет. Здорово, ребят. Ну так пусть Волман на танке. Ой, на ком? На Никсе. Вы что, обкурились? Да, что я вина. Гроссер рвут с него. Как, да. Блядь, сделать? Я тоже за этими танками.
Я квест забыл взять. Страдай. Нет, Ивинар, давай с нами. Нет, Ивинар, у нас 3 танка. Не 4. Ты будешь босса танчить. Босса танчишь, ты танчишь босса. Войд в ДД, ты босса танчишь. Здорово. У вас есть еще место или нет? Пошел у них нет спеков. Здрасте. Привет. Воу. Хули надо. Ну ты говорил там плюс 3. Чё плюс 3? Ну Алиса, ну вперед, ну Алиса, давай, бей. Ну, иди чат. Надо вам еще или нет, у вас фул? Фу, тебя не слышно, братан. Кто из РДД самый охуенно дамажит? Кому кинуть, блядь, предание себе? Фелшар. Там трэш, куча трэша, все улетели в трэш, танки забираем трэш. Подводите трэш ко входу, РДД бьют все Аниксию, все РДД бьют Аниксию. Чё там за грозы трэшу? Войд ДПС набивает. Видишь, Wayne Best, 5-е место. Можешь отвести чуть-чуть этого большого моба? Скоро будет дыхание. Вот сейчас будет дыхание. О, вагон. Нефиг в чате писаться. Заберешь моба? Танки что, вы слепые что ли? О-о-о! А танки будут сегодня? Подведите трэш к большому мобу. А ч
чем мы Геру не дали здесь, я вот не понимаю. Эвинар топ-1 ДПС. Хороший, это 5 штука. Там дыхание, дыхание прям по центру. Вжух, вы все погибли. Что, по зелёнка убивает, что ли? Никто не умеет. А, там ты что, не знал, что ли? Ты 5 же УДК, типа конусная АУЕ, да? Урон, у вас упал танк. Танк упал. Держите трэш. Да пиздец, ты 5. РДД, что у вас с ТПСом? Почему они все до сих пор летают? Быстро убийство, осталось 5 секунд. Мы не успели. Войт, дай БР по Уматуме. А Маша пусть даст БР по Уркафина. Чуть не умер 400. Берите к нему большого, пожалуйста, кто-то. Мелкий. Хмурый, ты в дискорде, хмурый. Кто-нибудь дайте БР по Уматуме. Хмурый, БР по Уматуме дай. Дали. Дали? Все, окей, по Уркафине дай БР. Уркафина. Воин Уркафина. Валяется больших, где-то. Больших мобов бьет 2 человека, нахуй. По трэшу сыграли, добейте трэш. Сюда поближе. Все шаманы, ставим тотем трепета. Уркафина, вставай. Уркафина, тебя бернули, вставай. Добейте маленький трэш. Поставьте тотемы от страха, тотем тремора, тотем трепета. И бейте эту дуру. Какая она большая. Можно баф подвигать ему там кулак. Каску. На бэк-крипе. Вообще нихуя не дали. Не знаю. Не заслужил. Фервард есть? Антифер по Винар. Понял. Эпаса, Эпаса, поставь тотем тремора. Эпаса, срочно, быстро. В босса поставь тотем тремора, прям в него. Рак на шамане. Фикс рейдер. Хелшер в дискорде. Мастер, тебе надо инер? Нет. Почему у меня в пати нет шамана? Вы охуели? Потому что никому не нужен. Может, это не только, блядь, и всё, нахуй. Пиздец, нахуй. Шамана не захотел, блядь. У меня вообще, нахуй, в хила, блядь, нету шамана в пати, блядь. Я тебя поставил. Справились с этим невероятно сложным заданием. А у нас рейд, а у нас есть маг. Ну нахуй в Аниксе ДПС больше, чем у тебя за всю жизнь, нахуй. Шамана не можете поставить. Ничего, что тебе там нахуй про ДПС, блять, больше всех ДПС. С трэшами, я тебе говорю, про Аниксию. Ага.
Ресните всех. Ставьте портал в Долоран. Только не лети, маг. Маг, не лети. Странно, а почему ханта в Аниксию больше не показывает? Потому что на второй фазе хан бьет Аниксию, нахуй, а Милики трэш. А может потому, что вы очень долго переводили фазу, и хант, возможно, не бил Аниксию, блядь? Ну, как бы хант в дракончиков надамажил столько, сколько в Аниксию, держу в курсе. Держу в курсе, он может ставить огненную ловушку на трэш, ага, и бить. Ага, в мэме, нахуй. Сильно надамажит, нахуй. Наверное, зря пошло в рейд с пугами, сейчас все они будут орать пофиксите АДК танка, хули у него такой большой ДПС, и в итоге он будет как Влад в топе. Да, уже все... Всем похуй. Всем поебать, понимаешь? Сколько они там дают, мне посрать тем более. Дают ДПС. Главное, чтобы не падали, блядь, и танчили. Можно я просто вот поставил вот так, похлопаю? А вообще, царь, ты кем рэди? Угадай с трех раз. Селиванус, а заходи. Войт. Давай тоже. Кто? Бедный маг ждет, стоит. За шамана я вам. Не ты за шамана заходишь сейчас, да? Опять я брюли ему. И опять буду хвореть. Ну так у него все минусы уже стоят, один минус нахуй стоит, блин. Видишь, сколько минусов в красе она стоит? Это я понаставил, если что. А еще и вроде не ебал про кого говорить. Ты что, не знаешь легенду нашей гильдии? Краосена? Мастер. Ой, какой же он был классный в рейсе вчера. Слушай, испортился. Говорят, выбей с рейда, стоит босс охуярит. В свету. А почему царя стоит плюс? Почему царя стоит плюс? Потому что у него есть хил. А царь молодец. Интересно, ты видишь царя в этом, блядь? Да, в ГИ, открой, блядь, просмотр всех отсутствующих, и по этому левелу царя найди на третьем месте. Нет, потому что он бьет трэш, а некоторые D6 не бьют трэш, вот поэтому. А, ну значит у меня игра на троечку, да? Да. Я бы сказал на троечку, да. Минусы мы ебанем, да? Да, D6 минус, согласен. Поставил минус там. Трэш на сурке не бьет минусы. D6 с минусом. Вообще. Это как пятерка. Контроллер завалил, да? Видишь, Вайт сказал, что у тебя пятерка, блядь. Мы сказали, что двойка. Нет, прикинь. Такой челик дает 6к ДПС, зато трэш на сурке бьет, там лям набивает. Такой D1, такой ранг, такой, блядь, с плюсом, блядь. D1 с плюсом намного лучше, чем D6 с минусом, я вам базарю. Это точно. Блин, я в Долоран тпхнулся, вот какие же у меня лаги, просто жопа. Лут поменяли. Следователь Чолана.
Лут. А мне надо какое-то Т4, блядь, вместо перчаток. А какое? Ну, уже Т4. Ага, плечи, либо грудак. Блядь, зачем эти миллион проверок каждый раз? Вот объясни. Ну, потому что ты, я не знаю, ты летишь, и тут в инсте люди стоят, просто стоят, а я сумоню, и никто не тыкает. Надо как-то, блин, побыстрее это делать. Ёбаный. Согласен. Зачем то, зачем это? Зачем ты трэш не бьешь на сорке? У меня тоже такой вопрос. Меня три моба хуярит, а он в босса надобал. Это я просто бью. Я бы честно в такой ситуации сказал, что я пидор, вот и все. Ты тоже пидор. Ты что, трэш не бил? Здравствуйте. Вот, потому что я пидор. Зато я D6, понимаешь? Ты пидор при этом. Все тут, я смотрю. А ты пидор без D6 еще и с шеймом, нахуй. Да иди ты в жопу. Это все потому, что он undead. Это все потому, что мне похрен, а вам нет. Как сказал, я вот даже ради этого по пузу похлопаю. Я ждать не буду, там три человека что-то не принимают готовность. Так что можно уже бить босса. Можно, если была бы у меня мана. Если бы баф, а, я в ретрика? Окей, да. Да, там их вон пятеро. Рыба будет? Я падал на Никс. Давайте я спеху. Хуиба, бля. Чё, давай, кто мастер больше нас, ты или я? Что, сосать хоть? Я... Пробивание брони 319. Ставил рыбу на... Это в процентах? Нет, это рейтинг. Уху, а я успел. Сука. Почти сорвал с вашего адвика там. Как ты почти мог сорвать, если, блядь, надо, чтобы сорвать 1 200 000 угрозы, да? У меня было 95%. Блядь, ты даже бы не пальчиком нахуй не сдвинул эту маху. Сам, ну выйди сложи, ну. Я тебе раскрою один очень большой секрет. В начале боя мне нужно набрать стаки, чтобы потом вырваться по агро. Но это так только между нами. Ты че, вообще что ли страх потеряла? D6 ДДшника учишь, а? Мут не танк. Вообще, блин. Мут ей дайте. Геру даем. Шаманы Геру. Три блядских шамана сейчас ГП словят. Да, царь? А чё, царь, я не на шамане. Ну не на своем шамане. Можешь начислять ему, я на присте сижу. Так, значит, даем черт пистол. Что? Просто так, да. Потому... Почему, говорит? Потому что... Разморозь тех, кто стоит.
Рейндж набрали? Паса, выйди к стенке. Кто играет на Паса, скажите? Нуб какой-то. Согласен. Я же говорю, Ракн. А по-любому Джованни. Не я на шамане, хозяин шамана зашел. Видишь, я запристал в гримаре первую. Че ты же отмазываешься, блядь? Когда начинает тупить, сразу, блядь, я не на ногу. Согласен, да. Заболел. Ой, простите. Лут. Кера кукага шелезди. Чё? Та забава по ноцам сиснит. Червону роту. Нашикай вечерами. О, этот нужен. Выкройка. Хочу себе выкройку. Я пожилой портной. Пожилой порт. Ты так крикнул, как будто нахуй сейчас подпевать начнешь. Испугался. Да плевать немного, тянет. А, что-то царь не может никак в рыжие цифры выйти, блядь. В смысле, изи могу. Сука. Вы что, жопошники, блядь? Рецепт. Мех проебал. Сука, не бери больше этого котяку в рейд. Говно, жопа. Тут, блядь, пизда, блядь. Горящий войн. А чё он сделал? Спиздил шкуру. Войда бомбанула мне в сокролу за это. Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Я, кстати, на танк ролю, если что. А я на чула ролю. Щит забери себе. А я на сутенера. Алиса, да? А я баклажан. Всем на тебя похуй. Так вот, да? Ну ладно. Да. Напугал. Видно так-то. Говоришь, я слабо сказал, тебе не обидно? Врата переключаются. Ты чё, диман? Д6, блядь. Че, пацан молодец, Д6.
Все нормально. Для ебанов еще. А когда Войт-то говорит, вы до него даже не доебываетесь, лол. Кого говорит? Стаки! 10 стаков, вашу мать. Ну что, нет, может быть, похилить люди, не? Или не в этот раз? Кому-то не узнал. Может, ты, Алиса, косты будешь сбивать? Если я сбила? Нет, блядь, я рэпик. Ну, у меня финичная зима не вкачана. Не всегда нет рай, не всегда есть рай, так что не всегда могу сбить. Так старайся нахуй. А то Лу нахуй до 6, блядь, не может сбить так. Он депесит, вы что, ребят? Вон у нас еще до 6, сука, не мог лужу вниз. Кто? Кто? Я ж тебе объясню. Я ж на фристе в РБК, алло, посмотри. Великий, отведи. Откуда ты знаешь, что ты опасен? Ну потому что я знаю, что он не в Дискорде, он тут. 5 каски сбила. Ну, у меня в рейде 24 человека. У тебя в рейде рыбы? Что? Я так думаю, что... О, боёшка. Смотри, 16к даю, без всяких... Куцона хила. Без фласок, без всяких припотов. Хорош, хорош, молодец. А почему ты тут трэш бьёшь, блядь, а на сырке не бьёшь? Потому что там АУЕ не бьется, а тут бьется, понимаешь, в чем вопрос? Он не бил АУЕ, держу в курсе. Не, ни разу, блядь. Он просто переключался в трэш, нахуй, на 70к дамага, да, блядь? Не, а ты посмотри, чем он бил. Он максимум мог кинуть мор, только у него... Максимум мор, как у него воющий ветер, если чё. У него не вкачан он. Чекни его. Ты даже не вкачан, блядь? Ебать ты лох. В рекаунте у него нету ни смерти, ни разложения, ни воющего ветра. Максимум, что он мог сделать, это мор кинуть, и всё. Короче, всё, заслужил. D6, молодец. Похуй, что я ретриком, блядь, в хуёвом шмоте в одной профой 13к, да, блядь. И слабый, все, молчи. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного. Эх, шея нужна, блядь. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь. Блядь, еще на ретрика шею фармит. Ебаный в рот. Я требую справедливости. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Дайте мне колбу на. О, утешение. Утешение. Дайте мне колбу на эти утешения. А дайте Ферварду, он на мейнсе ролит. Или Виолексия. Виолексия тоже на мейн ролит. Виолексия тогда. Ну, Виолексия, посмотри на тринкеты. А у Ферварда древняя, маринованная. Я с полипалом шел с самого начала. Как бы, но отдайте Ферварду. Только Виолексия твинк. А, Виолексия... А Фервард тоже твинк. Да, я тоже твинк. А. Стоп, нахуй. Виолексия, дайте. 1-1. Стой. Хардхорд еще есть. Еще есть Хардхорд. Он вырулил. Он топ-1. А это вообще не знаю, кто такой. О, Хардхорд. Он. Его мейн LM. Он сейчас там, он в хиле. Ну, это сейчас, блядь, в хиле. Ну, посмотри, он сейчас в хиле. А давай Хардхорду. Да, у них твинки, чё ты, блядь. Хардхорд мейн. Хардхорд мейн, он сейчас... Мне похер, хоть на распыла давайте ее, блядь. Мне посрать на этот шмот. Один хер, блядь, у нас будет второй. Такой же шаман, блядь, который нахуй будет как этот. Как его? Я даже его, блядь, ник забыл. Красен. Не, экзец. А, как родился, съебался? Да. А Виолексия чей? Твинк Виолекс. А, это Холи Пал, да?
Ну чё, по метках? Будешь ролить, не? Можно? Я расставляю. На чем плохо? В кашну? Хуй в кашну, блядь. Мы без своего ДПС не справимся. Давай-давай, нахуй, дышать. Блядь, а как все здесь оказались? О, это шаман, который мили-зону залил, нахуй. На Элеме или на Комнер. Так я же ее вынес. Алиса, ты сможешь двоих держать? Или только одного можешь держать? Я никого не смогу держать. Команда. Ну, у меня вот слишком много брейк. 33к. Они таунтятся только. Агро тут еле набирается. Тем более, если кто-то подойдет, он 100% скидывает агро. Короче, тогда поддержишь ДК. Волман, ты держишь. Волман, держишь Рогу. Уркафина, ты в Дискорде? Плюс в чат поставь. А Хмурый еще жив, нахуй, да? Такие не умирают. А что, приходит только на выклики, что ли? Ну да, зачем ему куда-то еще ходить? А Мосс вообще ливнул, или где он? Или ты же пропал? Тоже где-то пропал, нахуй, умер, походу. Дискорд. У тебя все может быть. Все шаманы, кто есть в Дискорде, плюс в чат поставьте. Шаманы любые, плюс в чат. Или линканите кто-то в Дискорд. Императорс. Да, Шеддер почти шаман. Понял. Из 5 шаманов один в Дискорде. Заходите в Дискорд, мастер, линканите Дискорд. Тут зря истерика постоянно какая-то, нахуй. Ты чё, охуел мной командовать? Какой тебе Дискорд? Ты чё? Дискорд ему линковать, нахуй. Ты надо мне сворачивать окно. Ты же можешь. Ебать, нахуй. Давай, у тебя всё получится. Вот откалиброваться будет не получится. Хотел бы я откалиброваться, я бы же откалибровался. Потому что всякие челы на мастерах, блядь, на расте бегут и умирают. Ага, блядь, чувак, который, блядь, на джаггере играет, нахуй я иду, блядь, пиздить их, нахуй. Он, сука, стоит, орёт, у меня маны нет, хотя я ему перед этим, сука, манго запилил, блядь. Ух, сука. Так, мне туда прыгать. Тупо съебался от него с линии, блядь, нахуй. Начинал другим помогать, мы выиграли игру, да. Блядь, только что я начал фармить, мы выиграли, нахуй, потому что съебал. Мы просто их вынесли. Кто? Шаманы, еще раз. Шаманы, плюс в Дискорд. Шаманы, вы зашли? Хотя бы кто-то. Вы, блядь, шаманами не можете решиться, вы заебали. Пашаник конченый без Дискорда. Император с один, вот красавчик сидит. Короче, Император, держишь мага, понял? В хексе, постоянно, по КД. И маг тоже. Ага, нормально. Замечательно. Так там, блядь, КД на этот хекс, если его собьют, хоть знает сколько, секунд 20. Какого это? Не 30. Кого ты танчишь? Да. А чем ты слушаешь? ДК ты танчишь. И чё ты вот это шмотина? Чтоб агро держало, фигня. Тут агро не набирается на пох. О, ты даже кольцо поменяла? Замечательно. Я в курсе, но у меня так меньше брони и меньше хп. Логично. Только никто не поможет. Так. О, и ты, блядь, уже где-то... Подумай, тяни, череп. Стой, кого бьем-то? Череп, тяни в рейд. Череп, брейд, тяни. Геру даем. Геру, да, Императорс? А то будешь не молодцом. ДЦ, ты на масс-диспеле, постоянно кидай его. Ретрик гнида, мне, блядь, запиздовал, сука, стан на ретрика, блядь. Еще и фернули, от сукина. Хотя вообще кикнул с рейда. Крест, вечно ведь все, крест бьем. Так что, Тёма, будете или нет?
квадрат бьем, квадрат. Роги, сядьте. У нас одна рога. Морфис, ты в дискорде? Морфис, второй по ДПС. Понял. На этом боссе ДПС мы играть ебануться, бля. Он иначе Кавис второй. Ты видишь, он валит 3 ДПС, нахуй, смотрю. Я тебе говорю, он и на Джакарусе второй, и на первых боссах он второй. Треугольник бьем, треугольник свечный весь. Диспл, ёбаный. Сам такой. Стыма покажи нахуй. Ты, блядь, не прихуяривай, я там ходил хилить ДК. По черепу сыграли? Где череп? Ой, по черепу, по звезде. Срян. Ух, сука, шаг бы по черепушке тебя зарядил, да? Фирвар, готовься, масс диспал давай. Диспал. Блять, стою АФК. Стой дальше, у тебя фридома нет, у меня есть. А, ну глыбы не будет. Бейте дерево. Сейчас у нас контроллер выйдет и бьем дерево. Его еще раз кинули в контроль. Блять, не кидайте в контроль дерево. Холипала, бейте, да и все, ёба. Холипала нету, алло, блять. Есть. А, или там этот. Там другой пал. А там, короче, бревно кидать, пока в контроль, нахуй. Вон, вела на холипал крест. Глаза ебешься. Слушай, бейте крест и дерево бейте. Даже стал. Тут холипал умеет, сука, станы кидать. Даже мой был лучше умеет играть, нахуй, чем, блять, лун на джаггере. Вспомним игру, где я на БХ, на четверке имел. Ну, четверка, я на ГПМ выше нахуй, чем вы все вместе взяты. Ну так, блядь, будешь дальше стилить БХшником, конечно, будешь ГПМ иметь, нахуй. Я что, тебе нихуя не говорил за то, что ты стилишь, потому что мне похуй. Охуеть, я что, стилил? Как бы да. Ты мог нормально накинуть нахуй всю рекену, но ты ждал до конца, чтобы кинуть и со стиль. Не было такого пистя. Пидоры грязные. Сводите их вместе. Не, ну пидор грязный, это толстый слишком. Блять, не качать на ноги сетку, ебать. Это ж, блять, каким нахуйником надо быть? Нахуя ты ёбнулся? 2 секунды сетка. 2 секунды сетка с тобой саппорт нахуй со станами, ёбаный в рот, блять. Вы можете убить нахуй, ты можешь спокойно на изи, блять, лайне стоять, блять, с этот, блять. Фармить. Не, блять, я буду фармить, так получать пизды нахуй от 2 ордовиков, блять. Да, ты чё думал? Чел, у которого там 2к ммр от силы, учит меня играть, когда у меня там 4,5. Окей, понял. Я увидел, как ты играешь на своих 4,5, я лучше на 2к посижу. Ваша проблема не во мне. Да, может, проблема как раз в тебе, да? Дело было не в лобине, хуйня сидел в кабине. Просто вы еще не понимаете на 2к, как вообще в эту игру играть, но... В смысле вы? У меня 4800 экспо... Это вы, бля. Наивно. Он не будет что-то, сука, рассказать. Ебать, смешно. На 2к, блядь.
Как в эту игру играть, блядь? Шадр, подвинься, вот пошел. Пусть состязания начнутся! Я не знаю, что там рассеял, но у тебя как-то это получилось. Обновите каску по ДК. Кто как отвечал? По-любому мастер, да, каски кидает? Ага, ага. Мечтай нахуй. И по крестам каски обновите. Так. Все, кроме танков, взяли темную. Отлично. Там танки сами распределили. D6. Ну как бы D6. Способность, готовимся. И почему я обрабатываю какой-то товар? А, сменили, бьем треугольник. Сменили сферу, бьем треугольник. 400к, не успели. Каст, каст, каст! Хуя. Получается без Т6? Налево передвиньте их, танки, налево. Потому что я сорвал немножко, блядь. Ты вы сами нубы нахуй. Кто не сменяет? Спецспособность. Ничего не меняем, бьем. Упасть. Нам посрать на тебя. Лежишь, лежи. Спецспособность. Темную воронку взяли все. И бьем квадрат. Переводи. Направо их. Бьем. Не на цели. Молодец, не на цели. При том, что мы белую бьем. А просто по темной упал. Есть у кого-то скада на ХПС? Да, сейчас дам. Скада говно, держи нормальный ХПС. Сразу нормально находится.
Full buff, рыбу. Рыбу для папы. Места у вас там нету? Как бы... Не, пока что фул. Как бы тут не показывать правильный хпс из-за того, что багается. Тут абсорб. Абсорб у Вальки считается приступ. Какое-то говно написано абсолютно. Вообще, рекаунт говнище. На тебе адекватный хпс и абсорб. Давай, Линку. На. Нанесенный урон, ага. А, это все. Ну там выше есть мое. Но там адекватный хпс и абсорб. Потому что показывает то, что у друида 2.09, и у тебя в рекаунте мастер показывает тоже, что у друида, ну, почти 2.09. А знаешь, так... почему у тебя показывает, долбой, чертистово? Знаешь, почему у тебя показывает такие цифры, блядь? Потому назови что Валька кастит щит, слово щит, блядь, показывает это в скаде, блядь. И не только в скаде, в рекаунте тоже, похоже. Но только у меня что-то меньше показало. Я ДЦ давал тут 30к хпс, ну, с абсорбом. Ты хочешь сказать, то, что она посчитала 2 ляма в этот? То, что типа первый, понимаю, скада хороший этот аддон. Вы запустили босса-то? А, вы босса не запустили. Понимаю. Мастер, а ты можешь линкануть? Просто у меня в рекаунте нету исцеления по поглощению, у меня только исцеление. Так я линковал исцеление по поглощению. Не, я имею в виду ссылку на рекаунт. Я кому-то кидал. Варшоку я кидал. Правильно, правильно. ДЦ даже Эрдру не догнал с абсорбом. Потому что у ДЦ 220-й левел. Ну, я тебе имею в виду в том, что у него правильный рекаунт. А, ну да, все, да, тогда правильно. Блядь, покурить пойти что ли нахуй? Это я вообще там, блядь. Какое кольцо? Боешь Кришенрол писали или нет? Не, кольцо там 45-е, по-моему. На хила. После босса, походу. Не было кольца. ДЦ, если что, тебе не нужно юзать молитву исцеления. Кольцо было, но не с этого босса. Не с этого, боешь-шное. Да. Но Бойера... Я не видел. Да. Целительнице кольцо было. Да вроде не было. Было, было. Да я не вижу, у меня колец нету никаких, только шея есть. Я тебе, блядь, так ленька. Я не знаю, кто ее сходил. Вот такое есть. Не, да не оно. Вот такое. Вот такой вайда. Не, нету такого. Оно боешь, Пиздобол. Я тебе говорю, нету. Пиздишь, пиздишь. Не, зачем мне пиздеть? Что, продать логично, блядь. О, а что тут поменялось за это время? Стой, ёбаный по голове, блядь, он не гнись. Нахуя её продавать, если у него приз есть, ебать, лол. На меня только каска инта, мне похуй, я не готов. И чё, тебе инты не хватает, что-то? Я считаю, что тебе хватит. Ну так умирай меньше, блядь, меньше тебе бафать надо будет. Рыбу можно поставить, мастер. Сейчас бы рыбу на бифить ставить. Какая разница, где рыбу ставить, нахуй? Вот это, блядь, она нужна, если она и так, если мы и так убьем. Вот так и раньше, блядь, убьем, пиздец. Ну нате вам рыбу, жрите. Бошмаки. А, блядь, мне зэски валяются. К
Кстати, Бреннер писал, что он сначала танка хочет сделать. То есть получается у Бреннера мейн танк, как я понял. Не знаю, Вэд, спроси у него. Танком профитнее ходить. Репасы это кто?